Нефролепис дважды перистый. У него очень ажурные ваи, прям бивные. Растет он крайне медленно, но он очень красив. Ну, видимо, вот это медленное развитие вай связано с тем, что они очень такие резные, ажурные. Ну, некоторые вайки менее ажурные, некоторые очень ажурные. Молодые ваечки, как правило, не очень ветвистые, но по мере созревания, по мере роста, они становятся очень-очень махровыми. Растет папоротник крайне медленно. Живет у меня на фитильном поливе круглый год. Очень красивый.